Всем салют! Сейчас мы будем настраивать эмулятор Madnuffin, на котором будет проводиться турнир. Для начала нам его нужно скачать. Переходим по ссылке, которая есть под постом. drive.google.com. Нажимаем скачать. Версия у меня 64-битная. Если у вас 32 бита, напишите мне комментарий. Я помогу вам с настройкой данной версии. Сейчас ждем, пока она скачается. Да что же это так долго? О, понеслась. Слава богу. Так, эмулятор скачался. Переходим в папку загрузки. Для начала нам нужно перенести его на локальный диск D в корень, так как на пути к эмулятору не должно содержаться русских символов. Разархивируем. Вот у нас появилась папка. Заходим в нее и открываем Madnuffin.rus. Открылся сам эмулятор. Переходим в сетевой игре настройки. В сетевой игре меняем только ник. Так как сервер, порт и ключ у нас уже установлены. Во вкладке видео можно включить полноэкранный режим и отключить упрощенный стиль. То есть включить упрощенный стиль, когда у нас запущен эмулятор. Переходим во вкладку игровые платформы NES Famicom. Во вкладке разрешения, если мы играем в окне, меняется коэффициент. То есть от 1 до 4. То есть X отвечает за горизонталь, Y за вертикаль. Если мы играем в полноэкранном, то меняем верхние части. Во вкладке управления ставим порт расширения 4 Player. Но он уже у вас будет стоять, вам нужно только будет нажать на настройку контроллера и поменять управление, если вас не устраивает данное и оно вам неудобно. Если вы играете на джойстике, джойстик нужно подключить до включения эмулятора. Я не могу показать, так как джойстика у меня нету, поэтому показываю вот так. При настройке у вас должна стоять английская раскладка, так как если вы нажимаете на настройку, у вас будет выдавать F4. То есть, сейчас покажу. Русская раскладка F4. То есть при нажатии любой клавиши оно будет так выдавать. Меняем язык на английский и настраиваем управление. Когда вы будете назначать с джойстика, у вас поменяется устройство на геймпад. И клавиша будет соответствовать. После настройки закрываете, открываете файл, открыть ROM и заходим в папку Madnuffin, которую мы разархивировали, то есть указываем путь D, Madnuffin, еще раз переходим в папку Games. Тут будет находиться наш ROM, на котором будет проводиться турнир. То есть открываем его и открывается сама игра. То есть для того, чтобы подключиться на сервер, нам нужно открыть консоль. Открывается она клавишей T. Нужно ввести /server и клавиша Enter. Вот мы видим, что мы подключились к серверу как игрок 1. То есть когда будут люди на сервере, то есть вы будете подключаться следующим джойстиком. Команды для сервера я говорить не буду, так как они есть в FAQ. FAQ-а нету. То есть переходим в документацию и в Netplay вроде бы. Да, у нас будет инструкция. То есть тут есть все команды, которые используются при сетевой игре.
Ну вот мы и настроили наш эмулятор. Всем удачи на турнире. Всем пока.